Приветствую вас, друзья! Сегодня будем заправлять картридж для принтера Оки MC342. Добро пожаловать на канал Сам Себе Мастер. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджей, а также ремонту принтеров и МФУ. Начнем, пожалуй. Сначала плоской отверткой отжимаем два зацепа, которые удерживают синюю заслонку. В этих местах нажимаем и сдвигаем заслонку по направлению к зацепам примерно на 2-3 мм, так чтобы зацепы больше не мешали. Теперь надо повернуть картридж зацепами вниз под небольшим углом и немного постучать по синей заслонке, так чтобы открылся замок внутри, и сдвигаем заслонку. Теперь, если в картридже остался старый тонер, необходимо его высыпать, и через это же отверстие засыпаем новый тонер, необходимое количество. Периодически встряхиваем баночку с тонером. После засыпания распределяем тонер так, чтобы он сместился в сторону от отверстия. Затем точно так же переворачиваем и постукиваем по синей заслонке и сдвигаем ее. Теперь отверстие закрыто. Теперь, если есть специальный пылесос, можно пропылесосить. Если пылесоса нет, можно просто смахнуть кисточкой и затем протереть сухой салфеткой. Итак, с заправкой картриджа разобрались. Но это еще не все. После заправки необходимо заменить чип. Для этого надо снять корзинку с чипом, отжав два зацепа, которые ее удерживают. После того, как сняли корзинку, переворачиваем ее, снимаем пружинку, чтобы она не мешала выниманию чипа. Друзья, если у вас появилось желание помочь развитию канала, можете это сделать, отсканировав QR-код в правом углу экрана или перейти по ссылкам в описании. Спасибо. И затем, отжав внутри еще такой маленький зацеп, вынимаем чип. Обратите внимание, на чипе и на корзинке с одной стороны срезан уголок. Вставлять надо точно так же. Берем новый чип. Отламываем от него лишнее, если оно есть. Вставляем в корзинку, совместив срезы. Когда вставите, чип должен зафиксироваться внутренним зацепом. Затем вставляем пружинку.
Теперь вставляем корзинку в посадочное место. Уперев пружинку в бортик. Вот таким образом. И защелкиваем на зацепы. Вот теперь картридж готов к работе. До новых встреч!